стосовно цього питання, в депутатів ми чули, виникли деякі сутички. Ось розкажіть, насправді це, наскільки я пам'ятаю, це другий раз, коли це питання обговорювали, перший раз його взагалі не прийняли. Ось чому ці сутички і що зараз буде з цією програмою на наступний рік? Ну, по-перше, це програма протидії ВІЛ, СНІДу, наркоманії, гепатитам, туберкульозу в місті Одесі була прийнята з другого разу. Сьогодні на сесії міської ради проголосувала більшість депутатів у кількості 50 осіб. Також я хочу сказати, що були дуже важливі деякі запитання, наприклад, щодо реабілітації людей разом з замісною терапією, чи є два шляхи лікування людей у місті Одесі. Так, відповідь була отримана. Були відповіді ще деякі стосовно кількості людей, які вживають наркотики у місті Одесі. Це статистичні дані, які у деяких депутатів були невірними. Ну, я дуже радію, що депутати почули, бо пройшла 31 зустріч після останньої сесії міської ради, коли програма була не прийнята. Пройшла 31 зустріч. Я дякую всі ЗМІ, які приймали участь та розказували людям, чому потрібно цю програму прийняти. Я дякую кожному депутату, який вник в це питання та сьогодні підтримав. На цей рік, на 2021 рік, в місті Одесі майже 14,5 мільйонів на такі питання, як ВІЧ, ВІЛ, гепатити, туберкульоз, наркоманії в місті Одесі були, так, було прийнято. Була озвучена депутатами від партії Шарія о том, що у нас тисяча наркоманів, неправильно говорить наркоман, людей, употребляющих наркотики, проживають в Одесі, но дана статистика совсем неверная, потому что на сегодняшний день официально зарегистрировались по программе, пришли, отримали карточки, то есть у нас есть данные этих людей, это 15 900 человек, а стартовали программу в 2018 году с 6800 человек. Вот эта разница, это те люди, которые не знал город, не знала статистика, и сегодня мы ее знаем. Но по оценочным данным, которые проводились в 2019 году, оценочное число равно 22 тысячам людей. Поэтому еще предстоит работа для того, чтобы понять, кто эти люди, либо доказать в ЦГЗ о том, что в Одессе сумма или число людей, употребляющих наркотики, не путем меньше, чем озвучена была в той статистике. То есть работа продолжается, выявление продолжается. Спасибо о том, что люди, которые не знают свой ВИЧ-статус, они сейчас благодаря программе имеют право узнать этот статус, как у своего семейного врача, так теперь по программе путем самотестирования в аптеках. Кроме самотестирования, человек не остается с проблемой один на один. Он будет иметь телефоны довіри, куда он может обратиться к общественным организациям, кабинетам довіри міської ради, поговорить, как ему окажут поддержку, он будет получать абсолютно бесплатно антиретровирусную терапию. Також ко всем людям, которые узнают о том, что у них есть заболевание гепатита С, либо вы переживаете, сомневаетесь, есть какие-то показания, частые заболевания, головокружение, и есть подозрение на гепатит С, то приходите в гепатоцентр, который есть в городе Одессе, обращайтесь, проходите бесплатное тестирование, бесплатную диагностику и становитесь и получайте бесплатное лечение, и вы будете абсолютно здоровы по гепатиту С. То же самое, мы продолжаем работу по туберкулезу, противодействию туберкулезу в городе Одессе, и надеемся, что ситуация в городе будет приближаться 90-90-90. То, и что декларировал мэр, подписывая Парижскую декларацию. Она растет, так как мы узнаем статистику. Это статистика, которую узнали как верх айсберга. То есть говорили, есть тысяча человек. На самом деле их не тысяча человек, а 6800 официально. Когда начали программу обмена шприцов, активно городскую программу, тогда люди начали обращаться, вводить свои данные, заполнять, получать карточки, и это число стало 15900. Понимаете, то есть мы узнаем ту статистику, которая является внизу и глубиной айсберга. И чем больше мы начнем, уберем стигму от людей,
чем больше мы будем говорить, приходите к нам, мы рядом, мы в поддержке, мы понимаем, что это заболевание, тем больше мы будем узнавать ту статистику, которая есть на самом деле. Потому что если мы возьмем статистику Министерства внутренних дел, то в Украине 690 тысяч людей, употребляющих наркотики. Но их не знают пофамильно. А наша цель сегодня – узнать этих людей, быть с ними близко для того, чтобы помочь им либо выздороветь, либо контролировать их поведение в обществе. Это внутри статистика городская и внутри аптеки. То есть можно получить фамилию только лица, которые имеют право на этот доступ. То есть все не имеют права доступа к этому. Это конфиденциальность, которая защита персональных данных людей, которые обращаются. Поэтому все, горячая служба по ВИЧ, по гепатитам, по наркомании можно обращаться по городской линии, и действительно будет оказана квалификационная помощь. И будет рядом поддержка и городских структур, и неправительственного сектора. В этой программе это новшество принято, что люди смогут самотестироваться в аптеках и знать свой ВИЧ-статус.